Королевство джунглей Тхукфан, 4-я миссия. Осада Ханоя. Во главе своей армии Тхукфан приближается к столице Хунга и готовится сразиться в битве, которая решит судьбу его людей. Теперь тысячи людей выступают на стороне Тхукфана, гордые и готовые при необходимости умереть. Короля Хунг застали врасплох, он не ожидал такого сопротивления. Крепость Мелинь надежно укреплена и веками стояла невредимой. Самого короля защищает элитный гарнизон охранников. Хунг не сдадутся без боя. Осаждайте и выживайте. Сообщение от Тхукфана. Стойте у нас на пути на свой страх и риск, но мы не отступим. Так, победа, вражеский лорд умер. Поражение, все ваши войска убиты. Так, мы, наверное, этот гарнизон захватим. Так, а нам не выделить всех? Так, что нам делать? Теперь можно. Так, баги были. Так будет лучше. Это мы сейчас захватим. Даст ли нам это что-нибудь? Жду приказаний. Захвачен Сиду. Этот военачальник присоединился к нам. Дорога свободна. Вперед! Ну, понятно, у нас, в общем, есть только одно войско и все. На нас напали! Подкрепление прибыло. Эти осадные рабочие позволят нам перелезть через укрепление и открыть ворота для нашей армии. Сообщение от Тхукфана. Я уже вижу бойницы. Эта империя шатается, и на них будет реять флаг революции. Так, что мы всех расстреляем. Лестница к вашим услугам. Мы и так сломать можем. Мы легко можем захватить эту проездную башню, ваше превосходительство. Если послать осадного рабочего к стене, несколько отрядов смогут забраться по лестнице и стать на ворота. Захватив ворота, мы сможем пропустить через них целую армию. Надо это убить. Осадные рабочие тут. Это здание недоступно, ваше высочество. Мы уже атакуем? Попробуем, как нас учат. Мы захватили проездную башню королевства Хунг. Гонг-кен-шоу-сен-сен.
Так, то есть это башня наша, то есть они спокойно пройдут. Правильно? Правильно. То есть теперь нам надо сюда подставить и сделать то же самое. Так, и все там оставили. Ясно. То есть у нас только два осталось. Руки наготове на лестницах. Одну лестницу кидаем. И по ней все залезают. Лучники. Мы захватили. Ну, в принципе, все тут уже. Кипиш начался. Лучники. Лучников. Вон на своей главной башне стоит король Хунг. Убив его, мы сможем захватить замок. Там есть такой с флага. Бегал. Пропал куда-то. Так, лучников больше нету. ПП неизвестно, сколько у него. Ну ладно, я думаю, справится. Победа.